Эй, Кэрон, я в сортире на 2 часа завис, потому что... Кэрон? Кэрон? 911, чем я могу вам помочь? Алло? Я нашел свою подругу, она лежала на полу. Сэр, для начала мне нужно, чтобы вы успокоились. Хорошо, а хорошо, потом сказать, простите, что случилось. Окей, я нашел свою... Сэр, пожалуйста, успокойтесь. Окей, послушайте. Сэр, успокойтесь! Я нашел свою подругу без сознания, лежащую... Сэр, вам нужно сохранять спокойствие, спасибо. Я просто хочу вызвать скорую! Сэр, я все понимаю. Но мне нужна еще информация, прежде чем я смогу ее к вам прислать. Хорошо, что мне нужно рассказать? Сэр, как зовут вашего друга? Кэрон. Ударение на первую А или на последнюю Е? Первую, как Кэрон. Окей. Хорошо, во что? Она одета. На ней легкая куртка. Скажите, пожалуйста, цвет. Голубой. Белый и желтый. Сэр, постарайтесь вспомнить. Она купила его по распродаже? Да я понятия не имею. Хорошо, какой размер у этой куртки? Это эска. Спасибо большое за оперативную информацию, сэр. Зачем она вообще вам нужна? Сэр, вся эта информация необходима. Или вы хотите, чтобы она умерла? Я понял. Спасибо. На какой именно пол она упала? Он цементный или деревянный? Это паркет. Хорошо, из какого он дерева? Это лен. Или, я не знаю, не разбираюсь в дереве. Какой у нее любимый цвет? Я не знаю. Сэр, я не смогу вам помочь, если у меня не будет достаточно информации. Фиолетовый. Вы видели, чтобы она ела сегодня что-нибудь? Я видел, она ела хлопья утром. Какие хлопья? Вроде бы кранч. Неплохо, но мне кажется, флейкс больше девушкам подходит. Какой у нее размер ноги? 6. Спасибо. Важный вопрос, сэр. Она ходила на курсы актерского мастерства? Или, может быть, она как-то пыталась... В последнее время привлечь ваше внимание? Вряд ли, мы только неделю знакомы. Возможно, это все просто пранк? Можете посмотреть вокруг, есть ли скрытые камеры или открытые камеры? Да, одна есть. Одна камера, окей. Хорошо, помощь почти в пути. Сразу после пары вопросов. Перед тем, как скорая к вам поедет. Как у вас там ситуация с парковкой? Платная парковка. Он монеты принимает... Карточкой! Карточкой! Карточка идеально. Вы спустите платить своей карточкой. Вы сейчас шутите надо мной так? И последний самый важный вопрос. Какая ее? Любимая диснеевская принцесса. Но только из классических. Знаешь что? Я сам ее привезу. Алло? Пошли. Грубиян. 911, что у вас случилось? Пойдите! Тут какой-то мужик ко мне залез! Сэр, мне нужно, чтобы вы успокоились, окей? У него бензопила! Он идет на меня! У этой бензопилы еще есть гарантия? А перевел и озвучил виски. Ага.